Друзья, всем привет! Значит, сегодня 24 марта, эфира сегодня не будет воскресного, так как, ну, есть такие проблемки кое-какие, по которым не будет их, не получается у нас эфиром. Значит, эфир переносится на 31 марта. 31 марта, я думаю, мы раскроем разные темы и тему Симферополя чуть подымем, не особо. По Симферополю хочу внести ясность: никто не сидит на месте. Делается дело, пишется заявление, мы максимально делаем то, что мы можем сделать со своей стороны. Но посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что огласки мы делу придали. Значит, по поводу того, что на главной странице ДК нет еще новостей, мы не можем ее так сразу же запустить, потому что есть тому причины. Мы сейчас составляем полный список людей, которые там фигурировали, чтобы не получилось, что там есть лишнее, чтобы никого не обидеть. Вот почему нет сейчас именно статьи на главной. Она будет обязательно, будет все собрано. Значит, хочу еще внести ясность по поводу того, как нам связываться. Вот смотрите, все там пишут: давайте вот приедем в Симферополь, я реально понимаю, что туда может заехать 100 машин. Но если пустить клич, то, естественно, мы там никого не найдем. Я предлагаю сделать таким образом связь. Есть такая соцсеть, как Twitter. Вот, подписывайтесь, я выставлю свой Twitter сейчас под этим видео, подписывайтесь на мой Twitter. Я, будучи в любом городе, смогу резко с телефона выйти в интернет и попросить помощи, что я нахожусь, допустим, сейчас в городе там Мариуполь. Резко, улица такая-то, такая-то, нужна помощь. То есть, кто сможет по Мариуполю приехать, или также в любом городе, Сумы, там, Черкассы, также в любом городе. Я считаю, что это очень хорошая идея, такая пришла на ум. Значит, по поводу связи будем связываться через Twitter. Это довольно-таки подходящая соцсеть. Что еще добавить по этому поводу? Не знаю, все нормально. Последнее время много угроз по телефону с разных там телефонов. Стараюсь телефоны даже не брать. Сейчас блокирую свой телефон, беру только от людей, которых знаю. Неизвестные номера не беру, потому что очень много звонков с угрозами, чтобы там, ну, угрожают разные люди. Не знаю, я не обращаю внимания на это. Ну, в общем, такая история. Всем спасибо за внимание, будем потихонечку освещать разные темы, которые происходят в сфере ГАИ и с подставлялами, конечно, это просто очень серьезная тема, но ее надо выносить, потому что люди не смогут нормально передвигаться вечером в таких городах, где работают подставлялы, это очень серьезно, я считаю, что с этим надо бороться. Спасибо.